Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Ну, во-первых, я считаю, что кого-то, как вы выразились, чмырить – это большой грех. По моему мнению, на того, кто издевается над теми, кто не может дать отпор для того, чтобы повысить свою самооценку или просто ради развлечения, не должны распространяться никакие нормы морали. Собаку, которая на всех кидается, надо уничтожать. Окружающие не должны из-за нее страдать. Вообще, на мой взгляд, то, о чем вы написали в своем комментарии, это не вопрос морали, а скорее вопрос здравого смысла и выживания. Люди крайне жестокие и безжалостны друг к другу. Такова реальность, и, к сожалению, этого нельзя изменить. Конечно, я думаю, что многим людям, и мне в том числе, хотелось бы жить в каком-то другом мире. Но, к сожалению, никакого другого мира для нас не приготовили. Когда мы родились, нас просто поставили перед фактом, что теперь вы будете жить здесь. Я считаю, что главное правило существования в том мире, в котором мы живем, относись к другим так, как они относятся к тебе. Неукоснительное следование этому правилу избавляет вас от всех сомнений по поводу того, насколько морально вы поступаете с другими людьми. И оправдывает любые ваши действия, направленные на то, чтобы обезопасить вас от тех, кто желает вам зла.